Значит, смотрите, вот эта женщина, хочу обратить ваше внимание. Не просто так мне этот ТикТок сразу с нулевой в рекомендации попал. Значит, нарисовала меня. Я ей говорю, какой красивый рисунок, пожалуйста, не бросай его. Ну, не бросай это дело, не бросай рисовать. Следующий ТикТок, где я этот комплиментик сделал, я там написал, ой, какая буба, типа, все дела. Она такая, спасибо, ми-ми-ми. Следующий ТикТок рисует Парадеича. Я там все ебал. Я где-то и написал. Я говорю, такого предательства не ожидали всем селом. Ладно, может там не Парадеич, там может другой кто-то был. Я вам сейчас покажу, значит. Я жаловаться буду, смотрите. Да, это Парадеич, походу, блин. Смотрите. Вот, смотрите, я пишу. Такого предательства, вот, ну, это пиздец. И вот он мне в рекомендациях вылазит. Мне Жигули дали, я что, настолько плох? Бля, могла бы, ну, нормальное пиво мне какое-то купить. Лефе какой-нибудь, Левен Браун, например. Я только Жигуленка достоин, найс. Я оскорбился. Ой, как красиво, я того все ебал, смотрите. Прощена, ладно. Ладно, ты прощена. Подпишитесь на нее, вон, рурамен какой-то. А, есть такая теория. Есть такая теория у меня. Для обсуждающих, жив я или нет, как у меня дела, сейчас выходные, вторая половина августа 23-го года. Нахожусь в Африке, поэтому любители обсуждения моей ликвидации... Это старый видос? Последние день лета разбитые корабли. Я хуй знает, осуждать, наверное. Не спрашивайте, почему я хотел сегодня устроить тиктоки, ребят. Для того, чтобы вы морали набрались и скучали. Потому что все тиктоки сегодня будут про 1 сентября. Бля, ждите, 3 сентября все будут вот это. Я календарь! Вот эта хуйня начнется 3 сентября. Бабаля, да бабаля. Синий трактор едет к нам. У него в прицепе кто-то. Песню поет. А ну, малыш, давай попробуй отгадай. Блять, охуенно, блять. Кто же эту песенку поет? Бля, было пиздец, мисклик ебаный. Я сейчас... Так, я хочу знать, какой... Я не хочу знать. Чё ты орёшь? Я в это вылезла, меня хуя, блядь, сидит, кто шумит? Глебас, мут, пожалуйста. Что? Да, блин, ебаный! У меня последний наушник умер. Все, ливаю с ДС. Я Диппин, создрай. Кто зайдет за баню, блин. О, Росош. Это на каком? На Шепелявом? Что за Росош, блядь? Я первый раз такой вижу. Это город, походу, какой-то. Алло, ты че, Диппин? А. Все, пиздец, думал, в Росош не приезжай. Понял, сори. Ой, хорошенькая. Ай, красота. Ай-яй-яй. Бля, Австра ебанул. Я не знаю, артхаус какой-то. Бля, это могли быть мы с тобой, слышишь, Иван? Да? Да где вообще, просто винцо достали, распили и поехали бы в обезьяне к нам. Ой, осуждаю! Ой, ебать он группу назвал, конечно, осудительно. Маленький. А что с ним? Нет. Чего? Я сказал нет. Почему? Не хочу. Нет.
хочу бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять, кармашек про запас. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. Бля, какой кайф. Очередная рубрика «Разъебейши на Тоши». Вот посмотрите, кто-то говорит, бля, что вы сами груши грызете, а ему даете. Вот я с утра вышла. Ты что, сука, охуел, Тош? Ты охуел? Смотрите, что он сделал. Я это пришла ему вкусняшку дать. Смотрите, бля, что он сделал с салфеткой, на которой я кофеинофиро вам подаю. Смотрите, сука. Сука, ты чертила, блядь, ты чё натворил? Ару, пи***ц, чёрт, блядь. Чертила. Нормально, вон, груши, все тапки. Да, сука, ну не расстраивайся. Вон, тяслу, сука, нос отхуярил. Бля, как они крутят? У меня спросите. Красивой женщине. Букетик от души тебя. 65 сегодня тысяч лайков, блядь. Шикарный букетик. Улыбнись. Вместо цветов можно в WhatsApp беседы скинуть. Спасибо классно. Большое. Долистался. Взаимно, дорогая моя Римочка. А можно еще на профиль Валентины спасибо, зайти. Спасибо, солнышко, ясная Валечка. Прекрасно. Зайди на профиль Валентины. Прекрасного настроения, замечательного отдыха в этот очаровательный летний вечер, дорогая. А можно еще парочку приятных сообщений? Вот тебе лайков еще. Мы. Че пишут? Мы. Ой. Ну, я тут капкат шаблоны. Кладись просто, смотри. Сука. Хочу посмотреть все ее тиктоки, чтобы у меня рекомендации сейчас поправились чуть-чуть, да? Хочу вот такое смотреть. А лето цвета неба, огромное и синее. У нее одна фотка на все видосы, да? Ты кто? Это вся семья типа или что у нее? Я не... Да. Мне 46. Доброе утро, с праздником. Спасибо, солнышко, ясное, Светочка. Взаимно, с праздником вас поздравляю, дорогая. Здоровья, счастья, Божьей благодати, долгой, счастливой жизни, милая. Я, меня что-то прям разъебывает, нахуй, если честно. Там снизу типа, но мне еще нет 60 лет. Да это дурак какой-то. Видишь, ему она игнорирует дураков. Спасибо большое, милая моя Римочка. Счастья, здоровья, любви, нежности тебе, солнышко, пишет Нина. Спасибо, солнышко, ясная Ниночка. Прекрасного настроения, замечательного отдыха. Это уже было! Сука, это моя мать в Одноклассниках. Скопировала одну пасту и всем подругам нахуяривает. Я вам отвечаю. Чтоб никого не обидеть, но слишком впадлу что-то новое придумывать. Поняли, про что я? Бля, мне кажется, там если они друг другу не напишут «Солнышко ясное», это ЧС сразу. Доброго вечерочка, мое любимое солнышко. Только улыбок, радости и удачи во всем, красавица моя. А почему в такие ролки никто никого не набирает? Вот я хочу быть Светланкой, ребят. В ролку нужна Нина и Рима. Так, давайте Ниночку посмотрим, что она у нас. Работу не предлагать. Ух ты, блядь. Сильная, гордая, а на душе твоей снежок. Боже, надо скачать. Великолепно, великолепно. 50 оттенков вечера, блядь. Я столько не знаю. Прилагательных надо. Смешно, блядь, выдал. Доброго вечерочка, Ниночка. Прекрасного духа, хорошего настроения, приятного общения. Уютного вечерочка, милая Ниночка. Валюшечка, что ж ты у нас? Блядь, да пиздец. Ёб твою мать, это чё за фандом? Тут собрался, если честно, открыточников. Окей, у меня теперь два варианта отбитых людей. Это те, кто там по БТСу угрожают кого-то убить, если их над ними порофлили. Которые потом говорят, чё, плачешь? И вторые, вот эти вот, друг другу пожелания отправляют. Секта какая-то. Бля, я думаю, 60 секунд тиктоки сделали чисто для них, побольше открытых. Создатель ебами. Формата видосов, он сейчас в гробу перевернулся. Он не думал, что такой хуйней будут заниматься. Все, хватит Нин, все, хватит Кристиночек. Это новая Тесла или что? Чё за хуйня? Кошка. Ну все, пиздец.
Вот тебе и Рима, и Ниночка, ой, смотри, бля, все. Ой, бля, все, пиздец, чат. Скажи. Вампир. Да. Да. Ты боишься? Кто, я? Нет. Таких надо гнать шею. И сразу им говорить, пошел бы ты нахуй. Громко. Пошел бы ты нахуй. Осуждаю, опа, блядь. Осуждаю. Сука, я тоже не могу молча фильм смотреть, если меня Алина позвала. Ой, какой же! Алло, это игрушка, что ли? Так вот. Фу, ёпта, это игрушка, я думал настоящий. Я что хочу вам сказать, здесь, пацаны, будьте постоянно на суете. На стрёме будьте, постоянная суета. Я что хочу вам сказать, здесь, пацаны, будьте постоянно. Что это? Ой, сука, но это еще не такой смешной кэпкут шаблон, так обычно меня рвет. Нихуя. Как? Нет. Но это не так смешно, как могло бы быть. Я своего парикмахера руки ебал. Ну что это, блядь? Я его глаза ебал. Это ты воруешь у государства. Так, хорошо. У государства воруешь. Ворую государство? Да. Государство же не знает, сколько я электричества потребляю, ну, да? Послушай, ну... Тебе... А счетчики для чего нужны? Ну, тебе, ты говоришь, не идет. А куда она идет? Она, значит, никуда не идет. У государства воруешь. Свет же есть. Где он есть? Когда ты включаешь. Ну, когда включаю, я пользуюсь им, наверное. Илюша, ты играешь с огнем, это ты воруешь. У меня на даче такая хуйня. Стояла там это, знаете, чтоб не видно было, понял? Сейчас не стоит уже. А ты чё, грустишь? Блин. Да ебать! Вот оно! Показалось. Ты никогда не грусти, ладно? Ладно. Вот тебе цветочек, и конфетка, и солнышко вот тебе. Это всё тебе. А тебе говорят, спасибо, солнышко, ясная мамонька. Что бы вы выбрали? Ванилла кик или чоклит кик? Чё? Ванилла кек. Ванилла кек я бы выбрал. Ты бы чё выбрал? Чоколит. Чоколит. Айскрим или фразерный йогурт? Фразен йогурт, йогурт? Он не так сказал, я тебе. Фразен йогурт или айскрим? Ну, я вот первое, вот я вот первое. Фразен йогурт хотел бы. Чизеркейк или пай? Чизеркейк или пай? Я бы чизеркейк заебал. Да. Копкейкс или браунис? Бля, это на Иванзоловском, походу, я не знаю. Копкейкс или бровнис? Браунис. Копкекс. Вот этот, копкек. Пикрен пай или пампкин пай? Да еще хуйня какая-то. Это и то, и то хуйня. Моффинс или макронс? Моффинс или макронс? Снизу макароны написаны, если там кексики. Моффинс? Сморос или Райс Криспи Тритс? Райс Криспи Тритс выглядит пиздачо. Чё за шморос? Страубери шорткейк или банана паддинг? Банана паддинг. Не, страубери... Пастрис или кукес? Кукес! Кукес! Я в Париже. Ну ладно, это не смешно, но прикольно. Шерсть очень смешно светится на свете, на солнышке.
просто, что это вообще такое? Господи, мама зевает. Что это, блядь? Я этого парикмахера руки ебал. Ой, блядь, а что с ним реально? Что за чикен Макнаггетс бегает? Это не дожарили. Так алло, он с Чернобыля прилетел. А, фу. Хорошо, ладно, с ним все нормально. Воры, убийцы, педофилы, все они здесь. Худшие из худших. Блять. Александр, смотри. Александр, и ты туда же, да ёб твою мать. Вот насмотрелся в натуре. Осуждаю. Игорь, ты у макака? Я у макаки. Я у макаки. Ты макаки? Я у макаки. А, ебать, дебил, я думал осуждать надо. А, обычно. Если ты сидишь в ТикТоке, скажи мяу. Бля, пацаны, пиздец, сегодня какой-то, ну, день ебень. Она меня на трансляциях забанила. Сегодня день ебень. Я не знаю, что происходит, но какого-то хуя у меня теперь ТикТок превратился в говно. Столица Китая. Токио. Красава. Столица Испании. Не Мерседес, а вот этот Марсель. Правильно. Столица Франции. Сан-Франциско, нет. Правильно. Поднял бобра. Столица Китая. Токио. Правильно. Бабуля стильно одета. Это, конечно, бля, ух. Кто будете петь? Вашу песню «Прованс»? Так, хорошо. Что будет сейчас? Треба заспевать и так, чтобы ёлка плакала. А носочек-то не мой. Перепела оригинал. Так это ж лучше, чем оригинал реально вышло. Хочу купаться в этой луже. Так, сейчас вдруг дети голые. Братва, доброе утро. Вот что, две шмалина. Володька сегодня наглаженный. Наглаженный, все я положено с розами, блин. Здесь все, здесь. Зверюка, вот все, вот новый друг, вот все мотается. Бля, это такой разъеб. Ты видел оригинал? Не. Че, не видел оригинал? Это чат завтра. Ой, твоя попочка вообще возбуждает. Я очко видно. Ой, твоя попочка вообще. У кого очко видно? Бля, про кого он это говорил? Что за Нефор Сквад? Бля, вот на самом деле тут 6 дней из всего лета, где они тусовались, остальное все дома сидели, блядь. Остальное она в Геншин играла, да. Это же у всех так. Нет. Просто тут на этих видосах все получается пизже, чем оно было, понял? Да, да, да. Я вот про это и говорю, типа, вот. На самом деле на тусовку приходишь, в углу там сидишь, как попущенный. Блять, я думал, понял, это звук здесь от чел играет. Как он в ахуе. Так это опездал какой-то, да? Сука. Да сейчас стоит пол, тошнит, сука. Уйди! Ой, ее. Какая-то опора, у тебя есть в жизни? Да не в этом дело, я тебя фотографирую. Какая-то... Да не надо, мы с ней разговариваем. Нет, что она опять на свой телефон, я не хочу. Да ебанулся с МТК. Тимофеевна, ебаный в рот, опять недовольная сидит. Я гей. О, что ответила? Ой, не, не думай. Там или снюсники, они сколько пишут гадостей. Снюсники. Ты можешь помолчать 5 секунд, спасибо. Сказала. Да ебанулся с МТТОКом. Выключи. Так это жизненная правда. Всем нужно знать. Что нам несет вообще? Почти девятка. А ну-ка, слышь. Да ладно, не надо, не надо. Вов, да вдруг там, а вдруг, ну, правда. Вот уже один рефайром.
2. Что за хуйня? Фильтр сломан. ТикТок, перечинивайте. У тебя нога столько сантиметров. Иван, не завидуйте, попрошу вас. Я думал, он 1 сантиметр покажет. Блин, может еще раз попробовать? Спереди, спереди. На взлет у меня ж пристал от этой новости. Этот эффект должен угадать мой возраст. Ну-ка. С первого раза. Молодец, эффект, угадал четко. А можно меня четко угадать? И не говори. Угадать мой возраст. Ну-ка. Ты должен слова говорить, Вов. Да что ж такое, сантиметры? Не, ну а в год по сантиметру получается. Нормальная хуйня. В прямом смысле этого слова, блядь. А с каких пор, типа, антисоциофобы превратились в долбоёбов с колонками? У меня вопрос. Типа, это так антисоциофобия, ну, социофобия проявляется? И так ты борешься с ней? Включая людям музыку, или чё? Мне кажется, социофобия — это когда ты к людям, типа, боишься познакомиться, подойти. Вот это реально выбить из рамок. А ходить с колоночкой, блядь, так это... Мне так нравится эта девушка, что лучше... Блядь, пацаны, сделайте такой видос своей девушке. А, комментарий, погляди мне. Почему это попалось мне, а не ему? Уже поздно. Загадка в 13 лет. Мне так нравится эта девушка. Приехал, трахнул. Что там еще? Проблема какая? Пошел за ручку погулял. Нахуй эти тиктоки для дебилов. Терпеть не могу отношения просто вот, ну, на виду расставлять. Кому он нахуй ебет вообще? Кому кто там тебе нравится? Кого ебет? Хоть одного человека мне назови. Ready? Ready. Так, хорошо, смотри, посередине. Справа, слева, справа. Че, еблан, я запутался уже, блядь. Подлагивает тебя, подлагивает ТикТок. Справа, самый правый, наверное. Это нет, я сказал самый правый. Ready? Вот это да. Пизду, типа лагает еще. Короче, первое выпадет то, чего вам хватает. Второе, то, чего вам не хватает. Третье, то, о чем вы мечтаете. Четвертое. Короче, первое выпадет то, блядь, чего сегодня вам по маскам хватает. Ходим, правильно? Короче, первое выпадет то, чего вам хватает. Второе, тебе надо держать... Нет, Вова, стой. Ничего не хватает. Тебе нужно держать лапу и открывать ее, когда ты... Когда говорят, хватает, не хватает. Да это говно ебаное, ненавижу такое, ладно. Короче, первое выпадет то, чего вам хватает. Да куда, блядь, тебе мать, руку, блядь? Руку. Ты видел ТикТок, который он снимал, или нет? Нет. Короче, первое выпадет то, чего вам хватает. Второе, чего, блядь? То, чего русалок. Не хватает. Третье, не хватает то, зомби. Что вы мечтаете. Четвертое, мечтаешь о фотоаппарате? То, что вас ждет в ближайшем будущем. Это грустно. Вот какую-то хуйню наколил, и потом, ну, в конце говно. Четвертое. То, что вас ждет в ближайшем будущем. И пятое. Я расстанусь, ребят. Ладно, можно залить. В принципе. Это ты мечтаешь о фотосессии горничных, получается. Я правильно понял? Да. Что бы вы выбрали? Давай. Никогда больше не ешь картошку или никогда больше второе. Не ешь шоколад. Второе, на картошка имба, пиздец. Да. Второе, 100%. Никогда больше не ешь мороженое или никогда больше не ешь. Первое. Я вообще мороженое не ем, ты уже просто перестал. Никогда больше не ешь мексиканскую еду. Первое. Или никогда больше не ешь итальянскую первое, да. Еду. Мексиканскую, ну там можно. От меня жопу рвет. Никогда больше не пей пиво. Или второе. Никогда больше не пей. Блядь! Второе приехал. Стой! Это надо подумать! Хуя это очень сложно. Думать. Хуя ли тут думать-то? А чё б не думать, нахуй? Никогда ну, вместо больше кофе, не пей чай пиво не или никогда больше не пей кофе. Ну, ладно, второе. Это одни плюсы вообще здесь. Никогда больше не ешь бананы или никогда больше не ешь арбуз. Два. Второе. Нахуй. Или один. Ну, два, да. Никогда больше не ешь сыр или никогда больше не ешь второе. Второе. Ну да. Никогда больше не ешь фастфуд. Второе. Или никогда больше не ешь второе. Овощи. Да ты заебал, ты у тебя что-то впереди. Я просто кидаю. Что бы вы выбрали, чтоб тебе... Get shot going on! Let's go! А я от тебя. А что у тебя на коленях? Ничего. Твоя мама! А могла бы быть я. Да, блядь. Знаешь, на кого ты похож? На кого? На пьяного алкаша отца твоего. Папа моих будущих детей. О, да это пиздец. Меня зовут Катя.
А мне похуй. Звать меня замуж. А ты считать умеешь? Прикиньте, контент в Геншине настолько разнообразный, что они придумали в чате спрашивать. Ну, кстати, смотри, весь твой актив поставил лайки. Тогда считай, что ты мой. Чел, иди подрочи и вернись в Геншин. Ну, смотри, вот, смотри, у тебя сейчас два человека, то все есть, лайк поставили. Ну, я не понимаю, что за кринжу ты записываешь. Алло, уважаемый арбуз, лосось, ну, это какая-то хуйня кринжовая, правда. Добрый день, дорогие друзья. Вы просили. Это охуенный чел. Кто его не знает, я вам сейчас включу. Внимательно смотрите, он мне всю хуйню паленую продает. Я вам сразу говорю, всю хуйню я хочу купить у него. Вы умоляли, вы просто требовали. И я, Олег Васильевич, угу, отец родной, пошел вам на уступки. Невзирая на повышение курса доллара, невзирая на повышение курса евро, цена старая, Wi-Fi камеры с круговым обзором, с ночным видением, с записью в торговой сети Мегалапать стоят по-прежнему 1500 рублей. У конкурентов 5000, у Олега Васильевича 1500 рублей. Вот, видите? Приехала. Ну и хули не купить? Ну, он не сказал про функцию включения, она так просто, без включения работает. Это не важно. Я не знаю, откуда Олег Васильевич берет информацию, что у конкурентов 5000. Мне кажется, он из головы это берет, понял? Такая хуйня работала, когда у людей интернета не было в массовой. Ну, ладно, не важно, я верю. 100 штук Wi-Fi камер. Приходишь домой, устанавливаешь камеру. И подглядываешь. Скачиваешь приложение на телефон. И потихонечку уходишь гулять. Включаешь телефон и смотришь, чем занимается твой любимый супруг. С кем? Блять. Не понял, а право. Ты понял, на какую сразу он целевую работает? Да, да, блядь? На женщину. Ну дрочит и чё. А супруг тупой, он сразу дрочить под камерой будет. Прикольно, женщина покупает себе эту камеру. И как-то незаметно супруг не замечает супруг камеры. Ну, то есть, вот такую хуйню сукруп. Сукруп где найдет или что? Я не понимаю. Брат, сукруп это уже Яндекс. Осуждаю. В гвоздах проводит время. И сколько раз кончил, в случае чего? Ага. Два. Вам на будущее. А мне зачем знать, сколько супруг у меня кончил? Я не понял. Почему дети находятся в животе 9 месяцев, но когда они рождаются, то им не 9 месяцев? Кстати, да, блин. Почему понедельник так далеко от пятницы, но пятница так близко к понедельнику? Какого цвета зеркало? Какого вкуса вода? Если я вешу 59,5 килограмм и съем полкило чипсов, буду ли я на 1% чипсины? Бля, это какие-то гении собрались, бля, или что? Кто одевает презерватив, мужчина, женщина? Явно не твой отец. Почему? Пушки хотят, чтобы мы были толстыми. Откармливают, как свиней, чтобы в случае чего зарезать и съесть. Как называется бесполезная кожа вокруг? Женщина. Вагины. Женщина! А правда, что Галина по-испански это курица? Ужас, как курица! В натуре, как называется кожа вокруг вагины ненужная? Как, бля, как может быть ненужное что-то, я не понимаю. Бесполезная кожа вокруг вагины. Брухля, она не вокруг вагины. Брухля. Да блядь! А что, тебя это задевает? Вов. Чела тоже два спойлера. Бля, как стрёмно выглядит. Смотри, пузыри какие-то. Ай, не могу. Это как Незеррак в Майнкрафте. Трипофобия моя. Саша, ты будешь пересаживать, если у тебя, ну, реально... Да потом, когда-нибудь, да. Ну, сначала надо зуб сделать. Короче, первое... Ух ты, Найс, я у себя в рекомендациях на своем аккаунте. Это вообще здоровая хуйня? Что, блядь, мне лайк поставить или как? Странно, у тебя в ТикТоке актив уже больше, чем в Твиче. В Гугле самой мощной нации там будет узбек. Я твой рот шатал, вы никто. Я твой рот шатал, блядь, что такое? Ты не видел эту хуйню? Я твой рот шатал. Мы сами дали вам выиграть, присоединить Узбекистан.
Я твой рот шатаю, бля! А твой рот шатаю, бля! Что совсем не узбеки? Шатаю я твой рот, бля! Я твой рот шатал, чим в гугле. Я понял, я с фильтра вот этого голосового ебать как орал. Это уже не первый раз мне попадается, но это пиздец. Мой дед бабал нахуй французов, чтобы ты сейчас ебалась и дрочила свою пизду, блядь! А не отсасывала ебаным французам нахуй и немцам! Сука ты, ебаная! Чтоб сдохла ты! Чтоб сдохли твои родители! Я не помню, что он про пизду говорил. Сейчас допиздишь, сейчас на стриме тоже только двое будет. Обожаю барбершопы, потому что после того, как ты приходишь, на следующее утро моешь голову, никогда в жизни так не получится уложить прическу. Твоя комната хоть близко к кухне, в комнате есть часы, и ты засыпаешь под этим вип. Бля, на даче да. Помогите найти ЛГБТ-психолога. Веревка, мыло, стульчик. Что будет, если заткнуть жопу и пернуть? Пробуй, напишешь потом, если не взорвешься. Какие есть звуки секса? Мыслитель, блядь, 6375, блядь. Стоит ли делать салют в качестве сюрприза на юбилей 100 лет бабушки, у которой инсульт? Что экстремального можно съесть? Кактус. Говна. Давай, Вов. Пошла жара. Так, кто я из аниме? Тоторо? Тоторо! Так хорошо, когда тебе знаешь русский язык, а твои друзья вообще не знают русский язык. Йо, негра. О, осуждаю. Смотри, так интересно, лапки сложил и спит. А хуля ему? Житуха заебись. Свой официант, скажи. Свой повар. Все, скажи. Свой дом, Васька, да? Чем не жить? Васька. Чел на выдаче просто швырнул товар. Надеюсь, его также мать швыряла в детстве об стену. Балдеем всей семьей! Добрый день, спасибо за обратную связь и оценку нашей канальной пробки. Здорово, что вы остались довольны покупкой. Пришли уже порванные между ног. Видимо, кого-то уже драли в них. Меня дед выебал за чулки. Очень жаль, что товар вам не подошел. Респект, дверь открыл. Респект. Респект. Чат, готовим пасту, респект. Респект, респект. Респект. Ебаться с пар, респект. Опа, красиво, респект. Респект. Не, респект реально. Здравствуйте, вы считаете это нормально? Здравствуйте. В меню Тануки нет таких блюд, уточните номер заказа. Нет, это мы приготовили первый раз, интересно ваше мнение. Здравствуйте, хочу успеть заказать у вас столик. Здравствуйте, успеть до чего? До свидания. До свидания. А я с парнем встречаюсь. У него рост 190 сантиметров. Красивый. Он вообще-то ростом 190. Я вообще не думаю, что когда-нибудь видела его лицо. Понял. Я своего парикмахера руки ебал. Я его глаза ебал. Блядь, я не видел медведя лысым никогда. Что за тигр этот левый, блядь? Бля, вот это прям жиза. Что тут происходит? Мама, 1:30 ночи. Пол второго ночи. Ты что, с ума сошла? Господи, свят, паштет, хлеб, мама. Ну я взяла один кусок. Я уже заснул. Ну что ты такая? А Вин что тут делает? А я ему даю.
А ему нравится. Мама, время сколько? Ты спать должна, диабетик. С рыбкой, на. Мы с ним дружим. Я ему вашу даю. Блин, такой милый видос. Сколько сахар с тобой? Вечером будет сколько? 9-1. Зачем ты ночью исы? А я давно не ел уже, я есть кто-то хотел. Такой сидит пузан. Ебать, вот это хрючело, блядь. Вот это хуй, свин. Чего никто не сделал, я того парикмахера руки ебал, и вот это вот в свинину лысую превращается. Это ж гениально. Ты хочешь побрить свинью? Ну, типа кабан в свинью превращается. Курва ежик. Курва, дрифтежи! Дрифтежи! Что бы дрифтежи от ебалище? Ебалище! Я своего парикмахера руки ебал. Бери ты, хомяк, это крыса. Я его глаза ебал. Я думал, там будет лысая, которая у этой, у Настюхи, короче. Чувиха, блядь, еще интервью берет, сожрала, короче, эту. Хомяка? Ну, да, блядь, да, свинку морскую. И у Ивлеевой, поняли? Взял, куснул, твердая переворачивает тут. Боже, ну ахуй ты ржешь, блядь, уебище ебаное, господи. А этот душный вообще типа что комментирует? Че смешно он? Это икона, богохульник. Чел веселится просто, ну реально. О боже, такой кринж. Я и моя шизофрения, картина. Это тип вообще всегда смеется, я так понял. Нет, это реально кринж. Я не знаю, как его люди смотрят. Как это называется? Шерш сюрстрёминг. Блин, мне почему-то кажется, под пиво нормально будет. Бля, мне кажется, это дорого, потому что никто на заводе не может работать, я там понял, по производству этой хуйни в баночку запихать, блядь. Там так воняет, наверное, на километров несколько. Говорил, что съешь. Я не говорил, что съем. Я говорил, что надо с ним стримчик делать. То, как разговаривает детеныш тюленя, покорило весь интернет. Тюлененка засняли на Канарских охуеть островах, он потерял маму и вышел к людям за помощью. А я эти покорился, звуки растопят сердце любого. Маму потерял Жакоб. Хочу укусить твою губу. Кажется, я тоже этого хочу. Хочу укусить твою губу. Че, мужик ёпнулся? Бля, ебать он похож на кое-кого, да? На папу моего? На папу всех нас. Этот персонаж похож на тебя внешне. Свинья, ебать. Найс, свинья. Этот персонаж похож на тебя внешне. Ну, бля, может это девочки этой подходят, а не мне. О, листай. Листай, листай. Сука, такой бред. Вов, снимай, ты попался жутко. Нет, что же делать? А что делать, если ты уже урод? Ну типа, похуй, наверное. Напрашиваешься на комплименты? Я не напрашиваю на комплименты, мне просто похуй. Я не считаю себя сам. Ну ты красивенький, честно. Да что ж такое, одни маски. Ладно, мне тоже пойдет, смотри. Джонни Депп. Хай, чат. Нихуя ты фондю полная, бля, блядь. Бля, ебать, а можно шляпу как-то офнуть? И очечки тоже. Ну вот сейчас, кстати, время для комплиментов, чат. Лучше вот поддержать его секс немножко. Спросите, что делать, если я обосрался, и на мне в тот момент не было трусиков. Теперь какашки на полу лежат. Срочно кота ешь их, пока никто не увидел. Собери какашки в труселямбы и одень. Можно обделаться еще. Как стать богом в копателе онлайн и как взломать его? Хочу взломать и стать богатым. Если хочешь стать богом копателя онлайн, то тебя должны распять квадратноголовые римляне на квадратном писюне. 21 сантиметр в 13 лет нормально. Для пиздобола. Как сделать, чтобы палец хорошо скользил по экрану телефона? Посыте на экран. Что тебя ждет в сентябре, бабуль? О, Макси чай, охуеть вкусная штука. А чё ты смеёшься? All the way
Давай проверим, помнишь ли ты хоть что-то из школьного курса биологии? Давай. Да, пиздец. Какое наземное животное самое крупное? Опа. Тираннозавр. Наземное животное, синий кит, ты что, угораешь? Это вообще игра, слон, короче. А бегемот считается наземным? Бегемот это, понял, демисезонное, блядь, и там может. Наверное, слон, он больше бегемота. Какой зверь спит всю зиму вниз головой? Страус. Барсук. Летучая мышь. Летучая мышь. Какая птица выводит птенцов даже зимой? Лест, блядь. Клещ. Как называется наука о грибах? Трип. Грибология. Ботаника. Микология. Блядь, что? Какая железа в организме человека регулирует обмен веществ? Щитовидная, наверное. Поджелудочная. Сука. Вот это логично. Полость сосудов, скорость крови минимальная. Вене, в артерии, в аорте, в капиллярах. В артерии, наверное. Блядь, я не знаю. Вене. Да я нахуй это не проходил. Чё за вопрос? Да ты тебя не было на уроках. Что бы вы выбрали? Посмотрим, насколько я идеальная. Это только что зубы выпали. Аутфит рейтинг. Тебе надо в полный рост встать. Насколько я идеальная. Чиз. Да что за хуйня, блядь? Да ёбаный ТикТок мне сегодня подсовывает хуй. Ну реально, если так подумать. По одежке протягивай. По одежке встречают, по уму провожают. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Красава. Семь раз отмерь, один. Поле не воин. Чё выдал, бля? Ну это разные предложения. Авиасейлс. Пилоты тоже. Твоя персональ в одно слово, слышь, ну-ка. Бля, да что ж такое? Вов, ну все правильно, Вов. Да что ж такое, я World of Warcraft. Это все понятно, сам откуда будешь? Местный или двухместный, Валя? Это все понятно, сам откуда... И давай ТикТок записывай. Извинись. Это World Channel, бля. Я? Да ну, это я сейчас запишу опять извиняться. Не, ну я уверен, меня чеченцы смотрят там, ну, они меня не задефают в случае чего. Я по пипискам обкончаю твой парень. А ты сосёшь у меня пенис как... Минет. Минет. Ух, ладно. По-моему, там дальше запретка, чувак. Да? Да. Сейчас спрошу, мне ответят. На стриме можно слушать? Я думаю, ответят попозже. Чё за губы в сосальня прям какая-то? По-моему, губы за контур вышли, если не ошибаюсь. Ну, по-моему, сантиметра на два, если так обратить внимание. Говорили бы, не надо вот так вот делать, вот так. Понял? Так, кто я по профессии? Пластический хирург, как тебе, блядь? Бля, астронавт. Ребят, я, у вас сегодня хуйню хоть раз покажет какую-то, у меня просто интерес, ну, возникает такой. Или мне ТикТок очко лижет, уже глубоко залез так. Сережа. О, давай, делай. Жука хуйню, бля. Так, хорошо, слышишь, Иван? Так, я кто? Ты... Петушок, наверное, какой-то. А что, надо какую-то хуйню придумать, понял? Так неинтересно. Ой, то фак. Слева будет девушка, которая нравится Ивану, а справа будет моя, которая мне нравится, поняли? Ну, над моей башкой. Справа моя девушка, которая мне нравится, а слева Ивану. Охуенно. Моя вот. Бля, ну по характеру, наверное, да, слышишь? Если по характеру смотреть, 100%. Красная шапочка пришла. Иди нахуй, ты тут любой. Бля, я тоже играть уже хочу, заебало, короче. Чат, все, удачи вам там на 1 сентября. Вы буебота, заходите, удачи там вам на линейке завтра постоять. Всем, кому на работу, тоже удачи. В общем, в субботу в любом случае увидимся, если в пятницу не придете. Но у меня Starfield завтра.